наша мэрия на словах озабочена проблемой нехватки городских туалетов, плохо воспитанные граждане выходят из положения на деле. Ходят по нужде, где удобно. Общественным туалетом стал даже памятник архитектуры на Приморском бульваре. Справлять нужду или, скажем прямо, гадить ходят в портик у дверей знаменитого полукруглого дома за спиной у Дюка. Место уютное. Если спустить штаны и сесть в уголке, снаружи никакая полиция не заметит. Да она и не особо старается. Правда, умывальника, зеркала и туалетной бумаги нет, зато бесплатно. А вентиляция естественная. Неделю назад безобразие обнаружили активисты общественного движения «Уличный фронт». Да и кто же еще увидит, если работающие дворники у нас как редкое природное явление. Вместе с отходами активной физиологической жизнедеятельности несознательных граждан убрали и мусор. Я не знаю, навіть, у мене коментарі тут зайві, ви бачите, що тут відбувається. Взагалі, тут сам центр, зате вони там вон, парки знищують, і це в них виходить. А тут прибрати навіть них сил немає. Активисты уличного фронта, люди с юмором, наполненные мусором и фекалиями мешки, отнесли горсовету и поставили у входа. Лучшего подарка наш мэр со своей командой не заслужил. Беда в том, что не могут общественники дежурить на площади у Дюка и ловить всех бессовестно гадящих. Власти и полиции, как видно, все равно. Туалет под памятником продолжает удовлетворять насущную потребность антиобщественного элемента. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг».